Всем привет! Пока мои кактусы находятся все еще на зимовке, мне в голову пришла мысль, что скоро новый сезон, коллекция моих растений будет пополняться и надо где-то их всех размещать. На тех полочках, что я делал летом, хватит места максимум для десятка новых экземпляров. Поэтому надо что-то думать. Единственное свободное место на балконе – это небольшой внутренний подоконник, шириной 12 сантиметров, а длиной чуть больше метра, много на него не поставишь. Решил сделать полочки, типа этажерки. Можно, конечно, купить готовую, но это неинтересно, надо искать под размеры, а то и под заказ. Мне нравится самому все делать. Итак, смотрим, что у меня получилось. А пока подпишитесь, пожалуйста, на канал и поставьте лайк. В общем, я взял три доски шириной 8 сантиметров и длиной полметра, а также два бруска 20 на 30 миллиметров. Сам процесс скручивания в кучу я не снимал. Примерно вот такой каркас получился. Три полочки, высота друг от друга 30 сантиметров, можно было сделать поменьше, но в будущем хочу установить под каждый из них фитоленту. Мои горшки в основном в диаметре от 5 до 7 сантиметров, поэтому на одну полочку можно будет установить до 10 горшков, что в принципе уже неплохо. Можно было все оставить как есть, но нужно довести все до ума. По периметру полки, установлю бортики, приклеиваю на обычный клей герметик. Примерно вот так оно все будет выглядеть в итоге. Я, конечно, с деревом не очень дружу, поэтому где-то есть зазоры на стыках, но это все исправит обычная шпаклевка. Горшки с кактусами становятся идеально, все как и было задумано. Мои суккуленты, которым нужна более-менее теплая зимовка, выступают в роли подопытных. Немного не подумав, а потом понял уже, что конструкция вверх больше, чем в ширину, и при загрузке полок, может от сквозняка просто упасть, поэтому придется где-то посередине с одной стороны закрепить саморезом в раму окна. Позатирал шпаклевкой неудачные стыки, подождав, пока она подсохнет, нужно теперь покрасить или хотя бы вскрыть лаком, все-таки с горшков будет иногда стекать вода, а дерево боится воды. У меня после ремонта осталась какая-то ерунда типа лак, как раз идеально подойдет для этого. Плохо, что сейчас зима и сохнуть будет долго. На банке написано, чем больше слоев, тем темнее цвет. В итоге должно получиться, как эта вагонка на стене балкона. В общем, за два дня высохла полностью. Стоять она будет у меня примерно вот на этом месте. Старика эхинопсиса уберу с этого места, а весной пущу его под нож. Вот такая самодельная этажерка у меня получилась для моих кактусов. Пока что пусть постоит до весны на подоконнике в комнате, а весной уже перенесу и закреплю ее на балконе. Скорее всего, что на ней придется размещать кактусы, которые не любят прямых солнечных лучей. Она будет стоять немного дальше от окна, в полутени. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новых роликов. Всем пока.